тебя есть азарт, есть желание к победе, ты волшебник, ты делаешь чудеса, ты даешь людям, даришь людям настроение. А это больше, чем просто развесить эти гвозди. Ведь для победы у тебя еще вся жизнь впереди. Удачи тебе. Ты победитель! Ты победил сердца зрителей! Аплодисменты! Месяц он оттачивал ловкость и тренировал выдержку, не отходя от рабочего места. Кажется, он разгадал все хитрости и секреты наших заданий. Под ваши аплодисменты выходит предприниматель Андрей Голик! Всегда, когда мы думаем насчет каких-то денег, которые будут в будущем, вот у нас в семье так складывается, мы обязательно их не можем получить. Мы сначала выиграем или там заработаем, не знаю как, своими способностями, а затем уже будем думать, куда потратить. Ну, я думаю, масса вариантов, начиная от шубы жене, сами понимаете, и заканчивая, не знаю, покушать хочется. Прежде всего, доказать самому себе, что, ну, что ты можешь это сделать. Это Джокер. Я считаю, что в этой игре главное все-таки большая доля везения. Не знаю, как тут можно натренироваться. У него такая натура. Он должен быть первым и лучшим во всем, за что он не берется. А если будет судьба на нашей стороне, то я думаю, мы выиграем. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте, Максим! Здравствуйте. Я знаю, друзья, называют вас Лёлик. А вот и да. Когда вам нужно принять решение, когда вам нужно сосредоточиться, скажите, как вы себя подбадриваете? Какой фразой? Я говорю, давай, Борисович, давай. Андрей Борисович, добро пожаловать к нам в шоу. Вы знаете условия, но я должен вам их напомнить. Спасибо. Итак, 10 заданий, 60 секунд на каждое. Три несгораемые суммы. 500 гривен, 25 тысяч и 125. Но только в финале вас ждет 500 000 гривен. У вас есть всего три жизни. Не выполнили задание, сгорает одна жизнь. И самое главное, Андрей Борисович, деньги всегда можно забрать, но до того момента, пока не прозвучит следующее задание. Готов? Да. Розподіл майна. Любов до солодкого та відсутність дальтонізму – секрет успіху у цьому конкурсі. Розкладіть кольорове драже у склянки відповідно до кольорів. Червоні до червоних, помаранчеві до помаранчевих, жовті до жовтих, зелені до зелених і нарешті мої улюблені сині до синіх. Сортувати драже можна тільки однією рукою. Не виконаєте це завдання за 60 секунд, на вас чекає дискваліфікація. Андрій Борисович, я знаю, що ви дуже усилено готувалися до нашої ігри. Розкажіть, як це було? Я готовился и на работе, готовился дома. Я, на самом деле, жена очень рада, что наконец-то этот день настал, потому что у нас дома все умеют раскладывать драже по стаканчикам. А тесть и теща тоже принимали участие. Вы их тоже припахали? Конечно, все, все. О, Боже. Все. Более того, я их готовлю на следующий сезон. Это правда, что вы скупили весь реквизит? Почти весь, процентов 80 точно. Боже мой, я уже опасаюсь за бюджет нашей программы. Что нас ждет? Он, неужели он утащит с собой 500 000 гривен? Помните, у вас только одна минута на победу. Удачи! Гра починається. 3, 2, 1. Как
Какой уверенный у нас игрок, а? Осталось 40 секунд. Ай, трибуны трепещут в предвкушении победы. Лёлика. Перший рівень пройдено. Первое задание прошло успешно. Вы идете дальше? Конечно, реквизит надо же купить. И сумма, естественно, увеличивается. И это уже 1000 гривен. Андрей Борисович, внимание на экран. Склянки, забавлянки. Побудуйте піраміду із 36 пластикових стаканчиків, складених у стос. А потім одразу зруйнуйте її, склавши стаканчики назад до купи. Не виконаєте це завдання за 60 секунд, на вас чекає дискваліфікація. А хто вместе з вами прийшов підтримати вас? Ви знаєте, Максим, со мною прийшли близькі ко мені люди. Моя любима подружка Людмила, Людочка. Здравствуйте, Людочка. А мой дорогой тесть Николай Александрович, тесть. Здравствуйте, тесть. И моя родная сестричка Наташа. Очень приятно. А где же жена? Вы знаете, жена с маленькой дочкой дома. Они сейчас болеют, я надеюсь, возле экрана. Уверен, что они болеют возле телеэкрана канала «Украина». 100%. Я хочу, чтобы сейчас все зрители, все телезрители канала «Украина» поздравили вас с недавним рождением дочери. Спасибо большое. Спасибо, Максим. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, будьте добры, поддержите какими-нибудь словами важными сейчас для Андрея Борисовича. Голик у нас лучший, поэтому только вперед. Спасибо, будь умничкой. Спасибо. Я тебя люблю. Давай. Андрей Борисович, отступать некуда. Победа впереди. Да. Победа на счетах у нас. Вперед! Да. Андрей Борисович. Да. Но вы же помните, что у вас только одна минута на победу. Удачи. Гра починається. 3, 2, 1. Отличная группа поддержки. Тесть-то как переживает. Конечно, сколько денег он хочет заполучить со своего зятя. Не спеши. Андрей Борисович, осталось 40 секунд. Времени полно. Все хорошо. Хорошо, хорошо, Макс. Спасибо. Отлично. Есть. Другий рівень. Он играет сами. Скоро мы будем как игрушки на его пальцах. Эх, Андрей Борисович, вы не так уж просты, как кажетесь. Ах, я боюсь, и ничего не боитесь. У вас прекрасные стаканы, вы купили наверняка такие же. Нет, честно, нет. Чувствую, он окупит реквизит. Кем вы работаете? Я частный предприниматель. Вы предприниматель? Да, ага. Предприниматель. У нас маленький магазинчик бытовой химии в Броварах. Для следователей у нас скидка. Да.
Как жалко, что я оставил карьеру следователя. Мы дальше начинаем сражаться за сумму 2500 гривен. Внимание на экран. Шоколадний єдиноріг. Єдинороги – міфічні чарівні істоти. Але не тільки їм під силу дива. Збудуйте у себе на лобі вежу із тістечок. Поставте 7 тістечок собі на чоло, одне за одним. Солодка вежа повинна простояти щонайменше 3 секунди. Переможцю – гроші та смачне тістечко. Не виконаєте це завдання за 60 секунд – на вас чекає дискваліфікація. А знаєте, скільки потрібно поставити вот этих штучок себе на лоб, щоб побідити? Да, 7 штук. Ви справитесь? Я буду старатися. Рискуйте, і ви обов'язково побідите. Спасибо, Максим. Аплодисменти. Я хочу напомнить вам, Андрей Борисович, что у вас есть только 1 минута на победу. Удачи! Гра починається. 3, 2, 1. Взяти участь у найсмішнішому шоу сезону, не виходячи з дому, канал «Україна» запрошує на онлайн-турнір «Хвилина для перемоги». Реєструй свою команду на сайті перемога.каналукраїна.тв, виконуй божевільні конкурсні завдання, збирай підтримку друзів та отримуй суперподарунки. Модний фотоапарат, сучасний планшет, ігрова приставка та головний приз – надвеликий 3D-телевізор. Онлайн-турнір «Хвилина для перемоги» тільки на сайті каналу «Україна». Я хочу напомнить вам, Андрей Борисович, что у вас есть только 1 минута на победу. Удачи! Гра починається. 3, 2, 1. Нормально. Нормально, Андрюх, нормально. Хорошо. Далеко назад стоишь. Хорошо идете, Андрей Борисович. Нет, даже... О, посмотрите! Третий рівень пройдено. Он успел за это время и поставить пирамиду, и даже перекусить, подкрепиться. Андрей Борисович, у меня вопрос. Зачем вы сюда пришли? Вам не хватает острых ощущений или вы жадны до денег? Я хочу победить себя. Скорее всего, я так вам отвечу. То есть для меня очень важен этот конкурс. Если я не пройду, считайте, у меня депрессия на месяц. Если я пройду, считайте, все бровары будут знать, что я прошел. Будем идти до конца, что делать. Давайте же узнаем, за какую сумму мы сейчас будем бороться. И это 5000 гривен. Внимание на экран. Летючий змій. Пам'ятаєте, як вправно приборкує стрічку гімнастка? Зробіть те саме, але із 2 рулонами серпантину. Намотайте його собі на руки, активно рухаючи ними, наче вітряками. Якщо серпантин порвався, його можна підхопити і продовжити гру. Не виконаєте це завдання за 60 секунд – на вас чекає дискваліфікація. Ви коли-небудь мечтали літати? Более того, я літав. Летали. А с парашютом прыгали, да? Отлично. Небо. Сейчас вы будете парить в нашей студии, а зрители будут вам аплодировать. Андрей Борисович, но только не забудьте, что у вас есть только 1 минута на победу. Удачи! Гра
Гра починається. 3, 2, 1. Осталось 40 секунд. Ага. И есть! Вот это да! Вот эти два крыла! Рівень пройдено. Браво! Спасибо. Спасибо, друзья. Браво победителю! Я знаю, что вы играете на многих инструментах. Ну, многих это так. Ну, расскажите, пожалуйста. Немножко играю на баяне. Немножко. Немножко на акустической, немножко на электрогитаре. Ага. Немножко на нервах. Скажите, а на нервах у кого вы играете? В основном. Ну, судя по тому, как вы готовились к конкурсу, наверное, у всей семьи. Да? Да, да. Вы закупите весь реквизит, растратить бюджет семьи, да? Да. Но это были инвестиции. Инвестиции. С целью последующего приобретения большего количества денег. Возросла сумма на кону. 25 тысяч – это вторая несгораемая сумма. Что же нужно сделать за эти деньги? Внимание на экран. Верхи на килимі. М'який та еластичний килимок допоможе вам у виконанні цього завдання. Сядьте на килимок так, щоб ані руки, ані ноги не торкалися підлоги. Ковзайте на килимку вперед, оминаючи усі перешкоди. Розверніться і проковзайте цей шлях ще раз, до початку естафети. Не виконаєте це завдання за 60 секунд, на вас чекає дискваліфікація. Андрій Борисович, і пам'ятайте, що у вас є тільки одна хвилина на перемогу. Удачі! Гра починається. 3, 2, 1. Андрій Борисович, нужно чуть быстрее. Сорок секунд осталось. Время еще есть. Секунд. Но кажется, он хочет уползти из нашей студии. Пятый. Рівень. Пройдено. Спасибо. 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 Спасибо, друзья. Спасибо, Максим. Спасибо. Блистательно. Андрій Борисович, вот у вас большой штат сотрудников в вашем магазине? Два человека. Они, вы думаете, после вот этих всех заданий серьезно к вам относиться? Нет, конечно. Просто после заданий, когда я выиграю много денег... Вы их уволите. Будет еще 50 человек, сеть магазинов на Украине, в том числе в России. Так, планы, в общем, вот такие. Вы выиграли этот конкурс. У вас в кармане 25 тысяч. Мы начинаем сражаться за сумму 35 тысяч гривен. Внимание на экран. Однорука швачка.
Щоб пройти це випробування, знадобиться неабиякий талант шевця. Протягніть нитку через вушка 10 голок від найбільшої до найменшої. І зробити це треба однією рукою. Гострий зір, вправна рука та міцні нерви, і перемога ваша. Не виконаєте це завдання за 60 секунд, на вас чекає дискваліфікація. Сейчас, за 60 секунд, ви зможете попасть в оту, самую маленьку? Я буду дуже старатися, Максим, дуже буду старатися. Ну що ж, Андрій Борисович, у вас є тільки одна минута на победу. Удачі! Гра починається. 3, 2, 1. Ребята, я боюсь за бюджет нашей программы. Мне кажется, он заберет все наши деньги. Осталось 20 секунд. Шостий рівень пройдено. Отлично. Вот это да. И все ему подвластно. И жнец, и гнец, а? Может быть, заберете деньги? Нет, нет, Максим, нет, нет, нет. Я ж спать потом не буду, вы что? Спать не будете? Конечно. А когда вас будет 500 000, вы думаете, вы будете лучше спать? Когда лягу, высплюсь и буду хорошо так спать, поверьте. Давайте проверим лучше. Вы как директор такого магазина, сколько вы получаете чистого дохода в месяц? В настоящее время около 1000 гривен. Я же вам могу быть с вами откровенен. Это действительно так. Андрей Борисович, я бы сейчас забрал бы все бабки и построил еще много таких магазинов, которые приносят по 1000 гривен. Просто на самом деле, почему такая маленькая сумма вам могла показаться? Магазин совсем новый. То есть я, безусловно, рискнул. Я ушел намного больше зарплаты из банка и вот в настоящее время открыл свое дело. Боже мой. Но только для того, чтобы в перспективе не ждать целый год, чтобы 2 недели сходить в отпуск. 35 тысяч забрать, идти домой, кормить семью, выпить с тестем и сказать: боже, доходы повышены. Что скажет тесть? Тесть всегда купит 100 рам. На 35 тысяч будет 100 грамм столько? Это нам до Владивостока хватит? Не берем, не берем. Продолжаем. Ух ты! Все, Николай Александрович сказал, это закон. Сумма увеличивается, и это уже 65 тысяч. Я буду только рад, если вы ограбите нас на эти деньги. Я так буду рад, поверьте. Итак, 65 тысяч. И что же нам нужно будет сделать за эти деньги? Офисное домино. Поставте 11 пачок офісного паперу так, щоб одним поштовхом створити ефект доміно. Останній пакет паперу має впасти на дзвінок. Його сигнал сповістить про перемогу. Не виконаєте це завдання за 60 секунд, на вас чекає дискваліфікація. Я зрозумів, чому ви ушли з банку. Вам надоела ця рутина бумажна? Но я верну вас к этой бумажной теме. И вы должны принести нам победу. И только тогда вместо этих пачек будут пачки денег. Аплодисменты! Я вижу азарт в глазах этого человека. Да, наш Лёлик и совсем не прост. Андрей Борисович. Да, Максим. Но помните, что у вас есть только одна минута на победу. Удачи!
Гра починається. 3, 2, 1. Осталось меньше 20 секунд. 10, 9, 8. 7-й рівень. Пройдено. Отлично! А что если вот взять на удачу эту пачку и больше не рисковать? Продать пачку? Я же видел, как вы мандражировали. Немножечко мандражировали. Было же ведь? Зачем? Было. Зачем эти нервы? Забирайте деньги, берите пачку бумаги, потом пишите мемуары, как я играл в шоу «Хвилина для перемоги». И будет все прекрасно. Может быть, это будет бестселлер? Ведь вы же раскроете много секретов, как играть в эту игру. Вы же математически все выстроили. Хорошее предложение. Только я название «Как я играл в «Хвилину для перемоги» поменяю, как я выиграл в «Хвилину для перемоги». Отлично! Сумма возрастает, и ведь это уже 125 тысяч. Какая хорошая, несгораемая сумма. Можно целый огромный мега-супермаркет построить. Но выиграет ли эти деньги Андрей Борисович? Дойдет ли он до финала? Мы узнаем через неделю в шоу «Хвилина для перемоги». Отдам вам 500 гривен, если... Готовы к тому, чтобы собрать 500 000 гривен? Нет, да. Ага! Да, ну да. Что ж, посмотрим! Посмотрим. И я все-таки напомню вам правила. На каждое задание у вас по-прежнему осталось 60 секунд. Три несгораемые суммы. 500 гривен, 25 тысяч и 125. Но только в финале вас ждет 500 000 гривен! У вас есть 3 жизни, вы ни одну не израсходовали. Вы деньги сможете забрать всегда, но до того момента, пока не будет объявлено следующее задание. У вас осталось 3 шага до 500 000. 125 тысяч! Какая хорошая, несгораемая сумма. Интересно. Какое же дальше испытание предстоит Андрею Борисовичу? Внимание на экран. Запаморочлива мумія. Обгорніться туалетним папером, наче мумія. Крутіться на місці, намотуючи папір на себе, поки рулон повністю не розмотається. Але будьте обережними. Якщо папір порветься, гру скінчено. Не виконаєте це завдання за 60 секунд, на вас чекає дискваліфікація. Боже, напряжение росте. Все напряжены. Неужели он унесет эти деньги? Тебя Андрей Борисович верит
наши зрители, наши телезрители канала «Украина», вся страна переживает. Но помните, что у вас есть только одна минута на победу. Удачи! Гра починається. 3, 2, 1. Времени море успеваешь. Море времени, море. Не спеши. В бумаге тоже море. Нет, не море, она заканчивается уже. Держи, держи, держи. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, 40 минут. Осталось 40 секунд. Да, этот участник серьезно подготовлен. Молодец, Андрей Борисович. Но время идет неумолимо. Остается... Восьмой рівень. Пройдено. Вы видели? Он чуть меня не намотал, как туалетную бумагу. Все. Yes. Yes. Спасибо. Давай, давай. Yes. Вот это головокружение от успеха. Есть в кармане 125 тысяч. Есть 3 жизни. Разве 125 тысяч – это не победа? Это цель минимум, она выполнена. Скажите, но есть цель максимум. Вы знаете, когда-то в детстве я имел неосторожность за семейным столом сказать: «Дорогие мои родители, я когда-то отправлялся в Париж. Прошло лет 15. На каждом застолье мне вспоминают: а когда ты отправишь родителей в Париж?» Теперь я отправлю родителей в Париж. На кону теперь 250 тысяч. Боже, боже, боже мой. Я, честно говоря, уже начинаю нервничать. Меня... да, это вам легко говорить. Вы тут уйдете отсюда с деньгами, а меня выгонят с работы, потому что я вам так легко отдаю эти деньги. Внимание на экран. Ущипни мене. Чи знали ви, сплетіння струн ракетки для великого тенісу утворюють 200 клітинок, а відстань між двома струнами складає всього 0,5 дюйма. Перед вами стоїть ракетка із м'ячиком на верхівці. Візьміть пінцетом драже і проштовхніть його через сітку ракетки, аби воно залетіло у стаканчик. Ні ракетка, ні м'ячик не повинні впасти. Для перемоги через 3 ракетки потрібно проштовхнути 3 драже. Не виконаєте це завдання за 60 секунд, на вас чекає дискваліфікація. Дами і господа, зараз сложніше завдання предстоїть Андрію. Андрій, ви зовсім близькі к цілі. Победа почти у вас в руках. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели сказать сейчас своим зрителям? Я хотел вам сказать большое спасибо за поддержку и попросить... Спасибо. И попросить в этом конкурсе не хлопать. Вы по мне поймете, что все получилось, поверьте. Когда упадет 3-я, только тогда. Я надеюсь, она упадет. Андрей, все хорошо. Но помните, у вас есть только 1 минута на победу. Удачи! Гра починається. 3, 2, 1. Потому что...
5, 4, 3, 2, 1. Завдання не виконано. Пам'ятайте, у вас є ще 2 спроби. Андрей Борисович, это не повод для расстройства. Впереди еще есть 2 жизни. Вы почти у финала. И впервые только у вас сгорела 1 жизнь. Грустно. Нет, это не грустно. Все только начинается. Сейчас все от вас ждут только победы. Но помните, у вас по-прежнему есть только 1 минута на победу. Удачи! Гра починається. 3, 2, 1. Пам'ятайте, у вас залишилась лише 1 спроба. Хорошо. Андрей, ну, ты сам уже видишь, что насколько за тебя переживают зрители, я безумно за тебя переживаю. Переживает вся Украина. Все зрители телеканала «Украина». Я сейчас позвоню маме, она тоже будет переживать, потому что это потрясающая игра. Ты интригуешь нас, ты заводишь зрителей. Понимаешь, сейчас для очень многих людей встает вопрос, если у него получится, значит и у меня. Ты представляешь, скольким людям ты сейчас подаришь надежду. И вопреки тому, что ты просил, я очень хочу, чтобы сейчас зрители очень бурно поддержали тебя аплодисментами. Очень, очень бурно! Очень! Еще! 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 Давайте, давайте! Ну что же вы? Эх, это все, на что вы способны? Эх, Андрюха, жару подавай-ка. Пойдем стараться. Ну все, ты готов? Да, я готов. Вперед! Андрей Борисович, помните, обратной дороги нет. У вас есть 1 минута на победу. Удачи! Гра починається. 3, 2, 1. Спокойней, друзья, спокойней. Надо 3. Стоп, спокойно. Еще надо. Да ты зараза такая. Андрюш, осталось 20 секунд. 20? Да.
Норма, 125 тысяч в одном драже. Это ужас. 10, 9, 8, 7. Вот 6, он, последний бросочек. 5, 4. Простите, пожалуйста. А, да, кстати, да. Можно к вам обратиться? Можно, все можно. $250 000 – это просто баснословные деньги. Это нельзя же говорить в эфир, какие деньги. Андрей. Да, Максим. Я предлагаю вам забрать деньги, да, остановиться, идти домой, а? Все? Или? Или идти вперед. Я готов. Готов ответить? Хорошо. Ну, я жду ответа. Не хочется быть дебилом, который потерял 250 тысяч гривен. Поэтому я забираю деньги и ухожу. А что, испугался, что ли? Ни в коем случае. Здравый смысл. Я ж не хочу быть дурачком. Я хочу быть богатым человеком. Я ухожу сюда богатым, Максим. О-го! Это была блистательная игра. Я безумно рад, что именно разум восторжествовал. Ты прекрасный игрок. Ты отличный человек. И главное, что все будет прекрасно в твоей жизни. А главное, помнишь, с чего ты начал, когда ты пришел? Ты сказал, что если я отсюда уйду проигравшим, у меня будет депрессия. Чтобы никогда в твоей жизни не было депрессии. Ура! Уважаемые телезрители!